возится с новыми побрякушками. Привет, родная. Боже, папа, в чем дело? Ленты новостей кричат о событиях в Чикаго. Твоя работа? Ты... У меня все нормально. А ты купи питьевой воды на всякий случай. Здесь такое творится, ты не поверишь. Одно дело, Гуам. Но ведь никто не верил, что они и правда ударят по нам. Как ты там? Ничего. Стараюсь не смотреть новости, тут все хуже и хуже. Могло быть и хуже, поверь мне. Пап, не в этом суть. Это было. Здесь все боятся стать следующей жертвой. Ну, по логике... Когда люди напуганы, не до логики. Они в ужасе, сам же говорил. Теперь требуют ввести военное положение. Автоведа какой-то псих устроил поджог клуба. И такое сейчас. Повсюду. Да уж. Ладно. Будь осторожна. Если что... Я все знаю. Не волнуйся. До связи, пап. Грим, что там у тебя? Мало времени. Атаковать — отличная идея, но нужно многое перепроверить. А Чарли помогает? Если контролировать его, да. То есть 2 раза из 4. То есть на 2 раза больше, чем ты ждала. Спасибо. Ладно, Сэм, мне тут нужно проверить еще пару наводок. Эй. Что там слышно насчет Чикаго? От ЦРУ ничего. Они что, выбрали бы Даллас? Они ценят успех, но не любят быть неудел. Одним спасенным городом больше, пары друзей меньше. Я тоже не люблю быть неудел. И операция прошла бы лучше, если бы я участвовал. Поучаствуешь в другой раз. На этом все. Да, буду тут. На связи. Эй! Чарли? Эй, Сэм, я тут недавно заглянул в медкарту Вика. Ты что, взломал их базу? Разве это взлом? Было б что ломать. Чарли! Так вот, новости, скорее, хорошие. Ему лучше, даже пришел в себя на пару минут. Ты же хотел это знать? Спасибо тебе.
На этом все. Узнаю что-то еще, дам знать. Дом призывает граждан США не поддаваться панике после попытки инженеров устроить теракт «Американская жизнь» первый из их списка. Как сообщил Минздрав, это была биологическая атака. Она могла унести жизни более 2 миллионов жителей Чикаго. Крупнейший теракт за всю историю США не состоялся только благодаря оперативным действиям небольшой группы спецназа. Говорю же, все будет готово к сроку. Мне задержки совсем ни к чему, Нури. Я всегда могу найти других поставщиков. Ваша правда, но когда они облажаются, все равно придется идти ко мне. Так что лучше я закончу дела, и вы получите все, что нужно, и все будут счастливы. Да что это за шишка, что ты с ним так носишься? Простите, коммерческая тайна. Скажем, его заказы слегка истощили мои резервы. Нужно время, чтобы их восполнить. К тому же, покупки его были особенными, то есть дорогими. Кораблик прикупил, да? Жаль, придется от него избавиться. Наберитесь терпения, людей вы получите в срок. Старайся. Все будет. Слушай, может, больше не услышимся, так что помогай. Многие могут расстроиться от того, что тебе есть что сказать. И по делам, они же хотели меня поиметь! Другое дело ты. С тобой у нас дела клеятся. Этот звонок прослушивают? Конечно, прослушивают, баран. Я попрошу их тебя не трогать. Взамен ты мне поможешь. Этот Нури, слыхал про него? Может найти нужных людей для нужных дел. В основном бывших военных и бандитов. Запросы у него ого-го. Даже дом, и тот как крепость. Откуда знаешь, помогал его строить, да? Скажем, и я внес туда свою лепту. Системы безопасности, бункеры. Так, с этого места поподробнее. Сэм, у нас проблемы. В сети прорва данных о Кобине. Многие говорят, что он пошел на сделку с дядей Сэмом. Как они узнали? От нас. Что? Грим не сказала? Чикаго не дало нам никаких наводок. Ты велел начать охоту, это приманка. Без моего ведома? Почему ты все решаешь по ходу дела, а нам нельзя ничего предпринимать? И что, по-твоему, нам это дает? Резу Нури. Спустя час, как я слила инфу о Кобине, мое письмо переслали ему кучу раз. Программа слежки? Обычный веб-маячок. Поновее фото не нашлось? Зато информации полно. АНБ считает, Нури связан с Ираном. Фото загружено, Грим. Спасибо. Дом у него просто крепость. Новейшая сигналка, военная охрана. Ерунда, Сэм. Если хочешь идти на штурм, у меня есть то, что надо. Что? Прямо сейчас? Я, в общем, еще не доделал. Я сейчас принесу. Наши действия. Нури знает, что ты у нас. Он думает, ты сдал его. Черт, как он узнал? Невезуха. Хочу знать, чего он задергался. Не знаю. Я поставляю оружие, он людей, у нас полно общих друзей.
Я сумел встроить ЭМИ и высокоплотный конденсатор в трикоптер. Надо еще доработать. Но если хотим сломать систему защиты... Что в чемодане? Термит. Взял у друзей взлом... Ну, в общем, у приятелей. Добавь к снаряжению. Расскажешь что-нибудь еще, Кобин? Слушай, я знаю парня, который делал для Нури систему охраны. Могу расспросить. Поехали. У Нури тебя точно ждет засада. Если хочешь обхитрить его, прихвати с собой мины и камеры-липучки. Кобин что-нибудь сказал? Не поверишь, сказал. У Нури есть бункер на крайний случай. Правда, источник Кобина не знает, где именно он находится. Шикарно. Хочешь подождать? Нет. Нам это даже на руку. Зачем гнаться за Нури? Он сам себя в угол загоняет. Как мы заставим Нури скрыться в убежище? Вырубим ему свет. Дай мне доступ к пункту охраны. Я найду разведвитель и дело в шляпе. Место? По дороге к главным воротам. Скину детали на твой обсад. Ну вот, очередной собачник. Что-нибудь? Despejado. Точно, шум какой-то был. Qué tranquilidad. Thank you.
СМИ прав. Я в комнате безопасности. Я все могу взломать. Пусть Чарли перенаправит видеопоток в СМИ. Подключу программу распознавания лиц, чтобы найти Нури. Нашла, Сэм. Он идет в дом. Балкон – слабое место системы охраны. Подтверждаю. Тенек бы не помешал. Надо вырубить питание. По камерам есть хороший обзор территории? Сейчас тебе все скину. Много энергии идет к щитовой будке у бассейна. Видимо, там под землей главный трансформатор. Я туда. Выбирайся через окно сзади. Открываю его. Вперед. Действуй. Чарли, трикоптер работает? Телеметрия в норме. Помех передачи данных нет. Ладно, поехали. Осторожней, Сэм. Он все же не бесшумный, и Эми тут не поможет. Не волнуйся, я сберегу твою игрушку. Теперь наверх. Сэм, ты почти у распределителя. Поехали. Бум! Началось. Есть визуальное подтверждение. В здании темно. Нури запрется в своем бункере. Мне нужны координаты. Я пока ищу. Отметила два возможных пути в здании. Через балкон и боковую дверь. Отправляю тебе на обсад. Что за хрень? У нас проблемы. Света нет. Проверь подвал. Живее. Я что-то обнаружил. Подожди. Надо по раки. А я нет. Пойду-ка я проверю.
визуальное подтверждение. В здании темно. Нури запрется в своем бункере. Мне нужны координаты. Я пока ищу. Отметила два возможных пути в здание. Через балкон и боковую дверь. Отправляю тебе на обсад. Ничего не нашел. Внимание, он где-то рядом. Там нервно. Убита одна из собак. Он еще здесь. Ничего не нашел. Он наверняка где-то здесь. Тут ничего нет. Всем рассредоточиться и искать. Эй, что там у тебя? Что у них случилось? Эй? Мимо владения Нури несколько раз проехал черный грузовик. На военной радиочастоте говорят на фарси. Будь осторожнее. Грим, бункер у него сборный? Ищите! Да. Из отличного титанового сплава. В твоих очках должен светиться. Сэм, Нури понатыкал инфракрасных лазеров, прервал луч, поднял тревогу. Полдором! Полдором! Были бы нужны деньги, я бы ограбил банк. Американец? Разве ты не от иранцев? А зачем ты Ирану? Может, сперва решим более насущные проблемы? Сэм, они снаружи. Ударный взвод. Ломают двери. Я полагаю, это Коц. Если сможешь вытащить меня отсюда живым, обещаю, щедро награжу.
У всех есть своя цель. Мне нужна информация. Маджид Садик. Даже если б я его знал, все равно никому ничего не сказал бы. В нашем деле это главное правило. Но нет правил без исключений. Будет тебе, Садик. Это идея. За мной. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет к личному причалу. Ты разберись с ними, а я пока здесь подожду. Будь наготове. Нури, пошел. Они нас отрезали! Вижу их. Я остаюсь здесь. Чисто, бегом. Где этот туннель, Нури? Уже близко. Мы уже почти у входа. Грим, мы приближаемся к туннелю. Есть варианты? Есть один. Река — единственный путь. У причала Нури есть лодка. Тут и для меня оружие найдется. Нет уж, мне пуля в спину ни к чему. Хочешь жить, начинай говорить про Садика. Схема простая. Он мне наличные, я ему солдат. Зачем ему солдаты? Не мое это дело. Погнали. Не спеши. Да ты что, издеваешься? Вот как ты обходишься с теми, кого защищаешь. Притихни, нам обоим будет проще. Это плохая идея. Разозлить Куц — вот плохая идея. Нравятся последствия? Внедорожник врагов, Сэм. Бегом к причалу. Понял. Да! Имена, живо! Вот, держи. В этом файле имена и номера паспортов всех агентов, посланных Садику. Грим, отправляю тебе файл с телефона Нури. Проверь его. У нас нет времени. Думаешь, я тебе доверюсь? Сэм, выдвигайтесь. Они уже совсем рядом. Да, похоже на то, правда? Файл Нури проверен. Валите. Похоже, получили перевод.
Данные Нури нам пригодятся? Мы проверяем номера паспортов. Если повезет, получим данные о людях Садика. Почему его отпустили, я должен торчать тут с вами? Потому что ты нужен здесь, а он там. Вашингтон считает, что Иран связан с черным списком. Нури может быть их агентом, а ты просто оставил его там. Он будет нашим вкладом. Это ошибка. Положение в Иране рискованное. Ты часом не общалась с госпожой президентом? В другой раз не забудь рассказать ей об этом. Чарли. Маяк. Взял твою идею с письмом и закинул вирус в телефон Нури. Есть навигация, прослушка, файлы и шанс, что он заразит свой компьютер, пока не сменит телефон. Так узнаем от Нури больше, чем если бы заперли его с Кобином. Не согласен. Все, понял, тебе плевать, молчу. Вашингтон дает нам одни догадки. Факты достаю я. Ты рискуешь войной. Садик уже развязал войну. Мы должны ее остановить. Продолжай проверять паспорта. Нужна зацепка и побыстрее.